Привет, друзья! Не знаю, как вы, но мы ни дня не можем обойтись без первых блюд. На обед у нас обязательно какой-нибудь супчик. Супы я готовлю самые разные и обязательно поделюсь всеми рецептами. Чтобы не потерять эти и другие рецепты, советую сразу подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте готовить. Начну сегодня с самого простого рецепта. В нем нет ничего нового и необычного. Грибной суп с гречневой крупой. Сегодня буду готовить на курином бульоне. Ну, конечно, бульон можно взять любой, не обязательно мясной. На овощном тоже очень вкусно получается. Кипящий бульон добавляю 250 грамм нарезанного на небольшие кусочки картофеля. Довожу до кипения и через 3-4 минуты добавляю 3 столовые ложки гречневой крупы. Гречку я, конечно же, предварительно хорошо промыла. Добавляю соль, специи, снова довожу до кипения и на медленном огне варю минут 10. Гречку с картофелем уже готова. Выкладываю в кастрюлю лук, нарезанные кубиком помидоры, сюда же немного нарезанного сладкого перца, перец можно взять и замороженный, морковку. Через 3-4 минуты добавляю грибы. Я обычно использую свежие шампиньоны, но, конечно, грибы можно взять любые. Довожу до кипения, добавляю лавровый лист, нарезанную мелко петрушку, на медленном огне кипячу еще 15-20 минут, затем отключаю огонь, даю супу настояться минут 10 и подаю. У нас все любят гречневые супы, а с грибами, наверное, самый любимый. Как всегда, буду ждать ваши отзывы в комментариях. Буду рада, если поделитесь своими интересными рецептами грибных супов. Не забудьте подписаться на канал, если вы в первый раз на моей кухне. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.